манометр из AGS оказался... Манометр из форварда, автобабах 88. И смесь на прогреве сразу нормальная становится. Такие дела. Машинка вышла на прогревочное, вернее на холостой ход, 14.2 смесь. Здесь у нас 2.6 получается. Ниже регулятор не дает нам крутить давление, винт уже выкручен. Ничего особо не меняется. Скорее всего, у нас обратка все-таки подпирает штатная. Потому что насос у нас 450 литров в час. И все это уже излишне. Излишне подпирает. Излишне греет, соответственно, бензин. Пусть еще немножко поработает. И поедем работать дальше.